Все мы слышали фразу «смех продлевает жизнь». Он помогает переключиться с серьезной деятельности на активный отдых, содержательно, интересно провести время, быстрее и полнее восстановить свои силы после напряженной работы. Конечно же, получить заряд бодрости и хорошее настроение можно на выступлении команд клуба веселых и находчивых. Помимо службы в уголовно-исполнительной системе, КВН – одно из направлений, в котором сотрудники пенитенциарного ведомства пробуют себя и развиваются. Это творчество востребовано, и в команде УФСИН на связи станут все больше участников. В ДК ЧГУ состоялся старт 23-го сезона КВН Чувашии. В этом году на официальную лигу столицы заявилось 14 команд. Это и новые лица, и уже знакомые КВНщики. Сезон однозначно будет очень ярким и непредсказуемым. Открывали игру уже трижды вице-чемпионы столицы, работники ФСИН. Это их 4-й сезон. Команда готовилась усердно, писали шутки, репетировали. Сегодня будет смешно, будет классно, кайфово. Для нас вообще КВН, как для сотрудников, это немножечко разнообразить свою такую служебную деятельность, чтобы не было так, что все серьезно, все строго, а немножечко вот такой юмористический, прикольный концерт будет, и мы будем кайфовать и приносить смех и радость всем. Как отмечают сами участники команды, это лекарство от проблемы усталости. Придешь на репетиции, проходит немного времени, и ты другой человек, энергичный, позитивный, жизнерадостный. Эта игра дисциплинирует, обязывает правильно говорить, правильно думать и импровизировать. О, Андрюха, 100 лет, здорово. Че, ты так же в строительстве? А? Слушай, я там баню не могу достроить, стройматериалов чуть-чуть не хватает. Можешь помочь? Да не вопрос. Отлично. Женек, здорово, здорово. Ты так же мясом занимаешься? Да. Слушай, я баню дострою, можешь потом шашлыки устроить? Вообще без проблем. Все отлично. Игорек, здорово. Че, как ты, где, как? Нормально, в УФСИНе работаю. Че, как дела? Можешь помочь, чем надо? Дорогие друзья, вы даже не представляете, как психологически тяжело работать сотрудником нашего учреждения. Капец, пацаны, он еще и душнил, пошли отсюда. Все, кто втянулся и полюбил юмор, остаются в клубе надолго. Бессонные ночи, репетиции в режиме нон-стоп и волнительные ожидания результатов оправдали свои надежды. КВНщики являются для всех примером добра, оптимизма и позитива, которые порой так необходимы, чтобы переносить довольно непростую работу в уголовно-исполнительной системе. Команда КВН на связи, УФСИН уже достаточно давно играет в официальной лиге столица, уже 4-й сезон. Всегда доходит до финала и уже неоднократные вице-чемпионы. На самом деле здорово, что есть такие ребята, я имею в виду не студенты, а вот уже взрослые ребята, которые собрались и вот такой вот классной командой, интересным проектом пошли в первый сезон. И, видимо, вот так затянуло, понравилось. Но, собственно, и зрителю тоже нравится, поэтому ребята, я думаю, и доходят до таких высот. Поэтому так держать, на связи УФСИН. Сразу после 1/8 финала Лиги столицы ребята сели в поезд и отправились в Воронеж, где выступят на Центральной лиге Международного союза КВН «Старт». Поздравляем команду с заслуженными победами и желаем новых творческих успехов. Елена Яковлева, пресс-служба УФСИН «Жизнь столицы».